продолжить нашу работу, открыть секцию нефрологии, нефрология 52-й больницы. И я хотел бы представить первый доклад «Атипичный гемолитико-уремический синдром. Новые проблемы нефрологии 21 века». Людмила Юрьевна Артюхина, заведующая отделением нефрологии номер 1, патологии трансплантированной почки. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема этого сообщения действительно проблема атипичного гемолитико-уремического синдрома в практике нефролога. Это достаточно серьезная проблема, и она тем значимее, что за последнее время подходы к диагностике, лечению и пониманию вообще атипичного гемолитико-уремического синдрома очень сильно меняются. Атипичный гемолитико-уремический синдром – это редкое орфанное заболевание. В основном развивается у детей, однако в 40% случаев может развиваться у взрослых до 45 лет. Клинико-лабораторные проявления ТМА подразумевают триаду симптомов. Это микроангиопатическая гемолитическая анемия, тромбоцитопения и ишемическое поражение различных органов, в первую очередь острое почечное повреждение. Также возможна лихорадка разной степени выраженности. Морфологические проявления ТМА подразумевают поражение сосудов микроциркуляторного русла. Патогенез АГУС, он связан с нарушением альтернативного пути активации комплимента. Вообще альтернативный путь активации комплимента, он направлен, как и другие пути, на элиминацию повреждающего фактора, на удаление иммунных комплексов, опсонизацию микроорганизмов. При активации альтернативного пути триггерами возникает каскад реакций, в результате которых образуется мембраноатакующий комплекс. Вообще особенностью альтернативного пути является то, что он всегда активен, и это подразумевает необходимость естественных регуляторов. Естественных регуляторов достаточно большое количество. Достаточно большое количество, и при генетических мутациях возникает дефицит этих факторов. Главным образом это H-фактор, I-фактор. И при дефиците факторов, регулирующих данный процесс, возникает неконтролируемая активация альтернативного пути, утрата функции распознавания собственных клеток. Как результат, неконтролируемая активация и неконтролируемое образование мембраноатакующего комплекса и его агрессия в отношении собственных клеток эндотелиальных, значит, микроциркуляторного русла, и развивается тромботическая микроангиопатия. Основная катастрофа при атипичном гемолитико-уремическом синдроме развивается на эндотелиальной стенке микроциркуляторного русла. Возникает увеличенная активация комплимента, активация тромбоцитов, возникают тромбозы микроциркуляторного русла. Клинически это выглядит как тромбоцитопения. При прохождении крови через суженные сосуды микроциркуляторного русла происходит гемолиз, и мы видим анемию, повышение ЛДГ, и в кровоток попадают разрушенные фрагментированные эритроциты, шизоциты. На фоне прогрессирующих тромбозов возникает ишемизация органов и полиорганная недостаточность. Заболевание системное и поражает многие органы и системы. Главным образом это почки, которые поражаются практически в 100%, причем у половины из пациентов развивается терминальное почечное повреждение. Также часто повреждается центральная нервная система, и мы видим симптомы неврологические. Поражается сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Практически всегда мы видим изменения со стороны крови, перечисленные тромбоцитопении, снижение гемоглобина и гаптоглобина, повышение ЛДГ и шизоциты в кровотоке. Морфологическая картина отражает изменения, которые происходят в сосудах при данном заболевании. Это отек эндотеля со слойкой от базальной мембраны, расширение субэндотелиального пространства. Это тромбоз сосудов микроциркуляторного русла, утолщение стенок артериол и ишемия паренхима органов с нарушением его функции.
Причины развития травматической микроангиопатии вообще многообразны, не сводятся только к атипичному гемолитико-уремическому синдрому. Это и в том числе и типичный ГУС, так называемый диарейный ГУС или шикотоксин Эшерихии коли, индуцированный ГУС. Это тромботическая, тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Мошковица, КАФС, системная красная волчанка, ГУС на фоне вторичный, на фоне других заболеваний, злокачественных опухолей, лекарственных препаратов после трансплантации, ВИЧ-инфекции, ХЕЛП-синдром. Такое многообразие проявлений определяет то, что диагностика АГУС достаточно сложна. Для дифференциальной диагностики удобно применять следующий алгоритм, исследования и постановки диагноза. При выявлении тромбоцитопении, микроангиопатического гемолиза и органного поражения необходимо определить активность Адамс-фактора и выполнить анализ на шиготоксин. При активности Адамс-фактора меньше 5% выставляется диагноз тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. При выявлении шиготоксина мы говорим о СТЭК, ГУСЬ. И при активности Адамс-фактора более 5% необходимо исключить вторичные формы тромботической микроангиопатии. Главным образом это антифосфолипидный синдром первичный, либо в рамках системного заболевания. И при исключении данной патологии выставляется атипичный гемолитико-уремический синдром. Лечение АГУС – достаточно сложная задача. Применяется плазмотерапия, это плазмообмен и инфузии плазмы. Но данный вид терапии имеет ряд недостатков и имеет ряд осложнений. Значит, к осложнениям плазмотерапии относятся нарушение гемодинамики, проблемы сосудистого доступа, сильное нарушение качества жизни пациентов, то есть пациент оказывается привязан к экстракорпоральной методике. И самое главное то, что в ряде случаев мы имеем место с рефрактерностью к плазмотерапии и зависимостью от плазмотерапии. Также при развитии терминальной почечной недостаточности применяется заместительная почечная терапия, гемодиализ, перитониальный диализ, однако она не решает проблем экстраренальных поражений. Трансплантация почки также не решает проблемы, поскольку в большинстве случаев после трансплантации почки в трансплантате развивается рецидив. Применяется трансплантация почки и печени сочетанная, поскольку в основном регуляторы альтернативного пути активации комплемента вырабатываются в печени. Однако такая операция сочетанная сопряжена с очень большим риском фатальных осложнений. В настоящее время наиболее эффективным и безопасным методом лечения является применение эколизумаба. Возвращаясь к патогенезу заболевания, значит, эколизумаб – это моноклональное антитело, антикомплементарный препарат, блокирует терминальный комплемент. Действует вот на уровне образования терминального комплемента, то есть таким образом блокируется образование мембраны атакующего комплекса. И учитывая данный механизм действия эколизумаба, мы видим, что проксимальные функции комплемента не нарушаются, клиренс иммунных комплексов и абсонизация микроорганизмов сохраняются в прежнем объеме. Вообще препарат переносится удовлетворительно, без каких-то особенных побочных эффектов, однако есть серьезная особенность на лечении эколизумабом обязательно вакцинация от менингококковой инфекции всех пациентов. Значит, для детей еще обязательно вакцинация от гемофильной палочки и пневмококковой инфекции. На данном слайде вы видите результаты многоцентровых исследований по применению эколизумаба у детей и у взрослых пациентов с АГУС. На графиках изображена динамика почечной функции на фоне лечения эколизумабом. Здесь очень хорошо видно, что лечение стартовало на диализных цифрах креатинина, и на фоне терапии в течение нескольких месяцев функция улучшается, и все пациенты, леченные в этих группах, они улучшили свою функцию и сошли с диализа. Для иллюстрации успешного лечения
данной патологии я хотела привести пример. Это клиническое наблюдение наше. Это пациентка 39 лет. В 2012 году у нее были своевременно индуцированные роды, которые осложнились гипотоническим кровотечением, гипотонией. Проводилось ручное обследование матки, гемотрансфузии. Однако в течение нескольких часов у нее развивается олигурия. К третьим суткам креатинин повышается до 500. Отмечается снижение гемоглобина до 60, тромбоциты падают до 55, отмечается выраженное повышение ЛДГ до 3754, мочевой синдром, и она была переведена в 52-ю больницу в отделение нефрореанимации, где ей начаты сеансы гемодиализа и гемотрансфузии. Пациентка была обследована на системные заболевания, патология системная была исключена. АДАМС-13 у нее был в норме. Был заподозрен АГУС, индуцированный беременностью и родами. Начаты ежедневные плазмообмены. Всего их было проведено 17. Плазмообмены сопровождались введением метипреда и приемом преднизолона внутрь. Значит, на фоне этого лечения состояние стабилизировалось, достаточно быстро пациентка была переведена в отделение нефрологическое. Однако вся триада симптомов тромботической микроангиопатии в виде анемии, повышения ЛДГ, тромбоцитопении, острого почечного повреждения диализпотребного, все это сохранялось. Она продолжала получать сеансы гемодиализа. Таким образом, была констатирована рефрактерность к плазмотерапии, и, в общем, благодаря диагноз был выставлен атипичный ГУС, индуцированный беременностью и родами рефрактерной плазмотерапии. Благодаря усилиям Марьяны Анатольевны, Натальи Аркадьевны, достаточно быстро был получен окулизумаб. И начато введение сначала в режиме индукции, а затем в поддерживающей терапии. Значит, пациентка была от менингококковой инфекции вакцинирована. С 13 сентября пациентка начала получать окулизумаб. И с 27 сентября, уже после второго введения кулизумаба, были прекращены сеансы гемодиализа. Восстановился диурез, полностью восстановилась все гематологические показатели, регрессировал мочевой синдром, разрешилась острая почечная недостаточность. Пациентка наблюдается по сей день. Функция трансплантата у нее функция почек у нее удовлетворительная, и никаких гематологических сдвигов не наблюдается. Еще один аспект, на котором необходимо остановиться, говоря о атипичном гемолитико-уремическом синдроме, это трансплантация почки и АГУС. Это связано с тем, что риск потери трансплантата и риск рецидива в трансплантате атипичного гемолитико-уремического синдрома крайне высок. Он при некоторых мутациях он достигает 93%. Это связано с тем, что сама по себе операция и последующий послеоперационный период, весь период после трансплантации, он содержит огромное количество триггерных факторов, которые могут спровоцировать развитие, активацию АГУС и развитие ТМА в трансплантате. В настоящее время для профилактики рецидива АГУС после трансплантации применяется игулизумаб с успехом. Он применяется как перед операцией за несколько часов вводится, после операции, затем в поддерживающем режиме. Также проводится плазмотерапия для профилактики АГУС, однако эта методика менее эффективна и не во всех случаях эффективна. И также вопрос осложнений плазмотерапии имеется, как и при ситуации с собственными почками. Значит, данный клинический случай демонстрирует течение АГУС у пациентки с трансплантированной почкой. В 2009 году после беременности, осложнившейся гестозом, беременность была оперативно, родоразрешение было оперативное кесаревым сечением на 36-й неделе без осложнений. Пациентка была выписана на пятые сутки. После выписки в течение недели у нее повышение температуры, повышение артериального давления. Она госпитализируется сначала в гинекологическое отделение, где выявляется выраженная анемия без признаков кровотечения, повышение креатинина,
повышение ЛДГ более 4000 и мочевой синдром. Проводится антибактериальная терапия, гемотрансфузия. В связи с быстрым прогрессированием почечной недостаточности ей проводится биопсия почки. На биопсии мы также видим признаки окклюзии артериил. Вот здесь и здесь вот очень хорошо видно. Значит, с явлениями формирующихся хронических изменений в виде двойных контуров, фиброза интерстиции и субэндотелиальных расширений. И выставляется диагноз тромботическая микроангиопатия. Переводится в 52-ю больницу в связи с нарастанием почечной недостаточности. Функция, азотемические показатели значительно повышены. Ей начинается гемодиализ, сеансы плазмафереза. Однако эффекта от терапии нет, почечная недостаточность сохраняется на уровне ТХПН, и она переводится на лечение программным гемодиализом. Во время лечения гемодиализом программным, вот полтора года, у нее отсутствовали признаки активации АГУС. Значит, в июле 2012 года ей выполняется трансплантация почки. Функция трансплантата удовлетворительная. В феврале 2014 года у нее развивается пиелонефрит трансплантата, тяжелый, с высокой температурой, с диареей. На этом фоне отмечается прогрессирование дисфункции трансплантата. Креатинин повышается до 340. При этом явление пиелонефрита регрессирует, однако дисфункция трансплантата прогрессивно ухудшается, прогрессивно нарастает. В анализах крови мы видим тромбоцитопению, повышение ЛДГ. Пациентка была обследована. Ей были исключены вторичные варианты ТМА, исключена парапротеинемия, Адамс-фактор в норме, исключался волчаночный антифосфолипидный синдром, СТ-ГУС, антитела к H-фактору, то есть антительный ГУС. Проводился анализ на ПНГ, он тоже отрицательный. Таким образом, да, и пациентке выполняется биопсия трансплантата. На биопсии трансплантата очень хорошо видны изменения со стороны артериил, тромбоз артериил. Диагноз звучит как атипичный ГУС, тромботическая микроангиопатия, ТХПН, трансплантация и ТМА трансплантата. Таким образом, мы имеем рецидив ТМА в трансплантате на фоне активации АГУС. И проводится лечение. Высокообъемный плазмаферез. Суммарно введено 37,5 литров плазмы. Антикоагулянтная терапия. На фоне этого лечения гематологические показатели выравниваются, нормализуются, однако функция трансплантата прогрессивно ухудшается. И с апреля 2014 года пациентка на гемодиализе. Значит, к этому моменту уже становится понятным, что понятен диагноз. АГУС он не вызывает сомнения. Рефрактерность к плазмотерапии также не вызывает сомнения. На пациентку получен эколизумаб. И с июля 2014 года пациентка начинает получать лечение эколизумабом в индукционном, а затем в поддерживающем режиме. Значит, функция трансплантата, к сожалению, не восстанавливается. Однако при попытке ухода от терапии гематологические сдвиги вновь начинают наблюдаться, тромбоцитопения, повышение ЛДГ, поэтому, несмотря на терминальную ХПН, поддерживающая терапия эколизумабом проводилась. В марте 2015 года выполняется повторная аллотрансплантация с интероперационным введением эколизумаба. В настоящий момент пациентка получает препарат в поддерживающем режиме, она наблюдается у нас в нефрологическом центре. Функция трансплантата удовлетворительная, креатинин 78, гематологические нарушения отсутствуют, то есть АГУС и ТМА в неактивном состоянии, признаки ТМА отсутствуют. Таким образом, что мы ожидаем от терапии эколизумабом и на какие сроки? В течение первых двух недель мы ожидаем нормализацию тромбоцитов и вообще гематологических показателей. Где-то примерно к месяцу начинает восстанавливаться почечная функция. И этот процесс продолжается в течение первых полугода и далее весь период наблюдения. Условием успеха терапии, как в общем-то и при любой патологии, при АГУСе является своевременная диагностика, адекватность терапии, динамическое наблюдение пациентов. И все это складывается в эффективность для настоящего пациента. Спасибо за внимание. Да.
Спасибо большое, Людмила Юрьевна, за очень интересный доклад. Вот сэкономили время. Может быть, есть у кого-то вопросы, кто-то готов ответить. Но пока вы думаете, я могу небольшое сообщение. В этот понедельник состоялся круглый стол в Государственной Думе, на котором рассматривался вопрос о финансировании лечения этого одного из атипичных гемолитико-уремических синдром, а вообще орфанных заболеваний. То есть приравнять их финансирование, как всем известно, 7 высокозатратных технологий. И тогда, конечно, о чем не говорила Людмила Юрьевна, это очень хорошо, то, что она не говорила, но здесь мне, наверное, будет это позволительно сказать. Одним из сдерживающих факторов лечения такого серьезного заболевания – это высокая стоимость лечения. Безусловно, конечно, когда стоит вопрос жизни и смерти, то мы готовы участвовать. В Москве действует постоянная комиссия, председатель Наталья Аркадьевна Томилина, по отбору пациентов уточнение диагностики атипичного гемолитико-уремического синдрома и вынесение показаний для применения кулизумаба. В настоящее время в Москве принимает 6 пациентов. Так вот, возможность, вероятность того, что финансирование лечения этой патологии перейдет в федеральный, из федерального бюджета, это, конечно, позволит нам более ответственно подходить к этому выбору. Уж извините за мое резкое слово, но, к сожалению, так. Потому что в настоящее время добиться финансирования лечения каждого пациента, это представляет очень и очень серьезные трудности. Но вот эти 6 пациентов, может быть, сейчас Наталья Аркадьевна добавит, потому что каждого пациента Наталья Аркадьевна пропускает через себя, можно так сказать, эти люди живут. Реально живут, и многие из них просто работают. Наталья Аркадьевна, если вы... По поводу чего добавить? Я просто хотел сказать о том, что вот эти люди, которые вы знаете, своевременно диагностировали... К сожалению, вообще, вот если так считать деньги по-настоящему, то можно, получается, что не так уж это могло быть и дорого, если учесть, что, например, человек сначала поступает, и ему мы должны проводить высокообъемный плазмоферез или вообще плазмообмен. И плазма тоже стоит денег, и можно все это сосчитать. После этого она оказывается неэффективной, и человек идет на диализ. Диализ – это около 1 000 000 рублей в год на одного человека. Значит, этот уже еще идет еще один. Поэтому надо эти деньги вычитать из стоимости этого кулизумаба, потому что жизнь человека, вот первый пациент, который показала Людмила Юрьевна, она же уже прошло, наверное, 2,5 года, она полностью здорова. Она вернулась в строй, она работает, она растит детей, в том числе и того ребенка, после которого случилась вся эта трагедия. Он уже большой стал за это время, хорошо подрос и тому подобное, растет здоровым и имеет, главное, мать. Ребенок растет с матерью, не надо искать никаких приемных родителей, заметьте еще. Вот. Поэтому это все так. Либо этот человек, вот как вторая пациентка, значит, вот так диализ, не диагностирован или поздно диагностирован, неэффективное лечение, диализ, потом трансплантация, которая оказалась неэффективной, а трансплантация – это тоже деньги, значит, иммуносупрессия, которую ее проводили там 1,5 года, это тоже деньги. Если все это суммировать, то получается немножко не такие затраты, поэтому это неправильно считать, но у нас с фармакоэкономикой как бы она хромает. А на самом деле, хорошо, мы, допустим, получим, у нас сейчас 6 человек там нуждаются, на самом деле их будет больше, количество будет увеличиваться постепенно. Время-то идет, мы жизнь-то им сохраняем. Вот, в общем, что можно сказать? Просто мы живем в такой трудной ситуации, просто надо, наверное, когда мы ведем дискуссии с Думой, я говорю, Думой, потому что не знаю, какая, государственная, федеральная или московская Дума, с Думой, то надо, по крайней мере, с департаментом тем более, надо, по крайней мере, заставлять их учитывать, давать им раскладку стоимости, почем им будет стоить жизнь этого человека. Вообще-то вот так вот. Государственная Дума на нашей стороне, Наталья. Государственная Дума, да, федеральный бюджет. Потому что вообще по России идет ситуация таким образом, что люди подают в суд на свое правительство. Скажем, сейчас вот один пациент в институте трансплантации дожидается трансплантации. Они выиграли судебный процесс в Дагестане, и он получает солирис вот уже в ожидании трансплантации, в ожидании только трансплантации. Он ждет, получает уже около года
а до этого он был просто на диализе в Дагестане, получает этот солирис, значит, просто в ожидании только трансплантации продолжает получать. Правда, никаких других лекарств ему бесплатно уже не дают. Все остальное он покупает на свои деньги. Но этот процесс он выиграл. Где-то еще суды выигрывают. А с другой стороны, например, вот в Самаре, я должна была выступать на эту тему в Самаре, и вдруг мне позвонили и сказали, что Министерство здравоохранения Самары запрещает с ним, исключает из программы конференции доклад по атипичному ГУСу, категорически не допускает докладчика даже близко на порог, ни под каким видом. Потому, вплоть до того, что пациент, который поставили такой диагноз здесь, в Москве, в клинике Тареева, к ней приходил следователь прокуратуры домой и допытывался у нее, что это такое за болезнь, что такое Адамс-фактор, спрашивали у пациентки, спрашивали. Она говорит, не знаю, что. И что это за лекарство такое, и в каком она состоит в сговоре с врачами, которые, очевидно, хотят что-то поиметь за это лекарство. Вот так, в таком ключе был вопрос. Пришлось, ну, в общем, более-менее разрешился это потом, им как-то что-то объяснили, но это все вот такие вещи. Ну, ничего, ничего. Хуже бывало в нашей жизни. Все. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов. Ну, наверное, чем дальше будет работать. Вопросы всем все ясно. Спасибо, Людмила Юрьевна. Так, у нас следующий доклад. Надия Феатовна Фролова, заведующая отделением нефрологии номер 2 52-й больницы. Онкоассоциированный васкулит в нефрологической клинике. Варианты течения, опыт лечения. Вы заметили, что сегодня, извините, одну секунду можно, что сегодня Владимир Иванович, когда делал доклад, когда он говорил о мультидисциплинарном подходе, который, как пришла в голову эта идея, то он сказал о споре между нефрологами и ревматологами по поводу васкулитов. Речь шла именно об онковаскулите. Это была отправная точка вообще, потому что все время, значит, ревматологи считают, что это, ну, понятно, но только в данном случае мы говорим о тех случаях, когда больные такие нуждаются в лечении в нефрологии. Да. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, позвольте вам представить опыт лечения онкоассоциированного васкулита в нефрологической практике в больнице 52. Васкулиты – это группа заболеваний, которые характеризуются некротизирующим воспалением сосудистой стенки, с нарушением кровотока и иногда с целостности сосуда. В данном докладе мы будем говорить об онкоассоциированном васкулите, ОАНСа по-другому, который поражает мелкие сосуды, артериолы, капилляры, венулы. Распространенность васкулита составляет 42 человека на миллион населения, причем больше 50% из которых это ОАНС-ассоциированный васкулит. Он ассоциирован с выработкой антител к цитоплазме нейтрофилов и выделяется группа антител к протеиназе 3 и антител к мелопероксидазе. Это системный некротизирующий васкулит. Выделяют нозологические формы: гранулематоз с полиангиитом, старое название гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангиит. При данных двух заболеваниях самое большое поражение почек встречается при микроскопическом полиангиите. Чуть реже это васкулит эозинофильный гранулематоз, васкулит Чарльза-Строза, который меньше 45% поражает почки. Также выделяет так называемый изолированный почечный васкулит, почечный нефрит. Обычно является системным заболеванием, характерно его рецидивирующее течение, что диктует нам длительную патогенетическую терапию. И это одна из наиболее частых причин быстро прогрессирующего гломерулонефрита у лиц пожилого возраста. Гломерулонефрит в рамках ОАНС-ассоциированного васкулита характеризуется очаговым и сегментарным некротизирующим воспалением с выраженной экстракапиллярной реакцией и формированием полулуний разной степени зрелости. Вот на этой картинке мы видим разную степень зрелости полулуний. Самым основным критерием является отсутствие свечений иммунных комплексов и иммуноглобулинов при иммунофлюоресцентном исследовании. Проблемы лечения ОАНС-ассоциированного быстро прогрессирующего гломерулонефрита в многообразности, мультисистемности клинических поражений. Поэтому пациенты долго идут к нефрологу, проходя через пульмонологов, фтизиатров,
И это и диктует полиорганность и поражение жизненно важных органов, почек и легких, диктует своевременное быстрое начало патогенетической терапии. В отсутствие этого лечения прогноз всегда неблагоприятен. Рецидивирующие течения более 40-60% больных с ансоассоциированным васкулитом имеют рецидивы в разные периоды. Требует это длительного наблюдения, длительной поддерживающей терапии. И сама по себе терапия выявляет высокий риск тяжелых осложнений. Это высокая миелосупрессия, на фоне которой возникают тяжелые оппортунистические инфекции. В отсутствие лечения прогноз неблагоприятен, и большинство больных умирает в течение первого года вследствие активности заболевания. Неизбежна терминальная почечная недостаточность при полном отсутствии лечения. И даже при тяжелой терапии, которая включает в себя кортикостероиды в высоких дозах, циклофосфан, пятилетняя выживаемость почечная составляет 73%. Простите, пятилетняя выживаемость людей 73%, причем 25 из которых остаются диализпотребными. Терапия индукционная включает в себя высокие дозы метилпреднизолона до 3-4 грамм пульсовым введением, преднизолон внутрь 60 мг в сутки, введение циклофосфамида от 5 до 15 мг на килограмм веса с учетом возраста и клубочковой фильтрации. При тяжелых легочных поражениях используется высокообъемный плазмаферез и введение высоких доз иммуноглобулина. Вот мы хотели бы вам представить опыт морфологически верифицированных пациентов, которые с 2002 по 2014 год наблюдались в нашем центре. 115 морфологически верифицированных анцеваскулитов, а общее количество больных более 150. Это были больные больше женщин 68, возраст их колебался от 18 до 78 лет. Медиана возраста была 53 года, причем 42% этих пациентов были старше 60 лет. Они все имели тяжелое почечное повреждение, до 80% клубочков с полулуниями. Длительность почечной недостаточности 8 недель, о чем уже говорилось, что пациенты долго идут к нефрологу. Они все имели активный нефритический синдром, гематурия от единичных до всех полей зрения, у некоторых отеки высокое артериальное давление. 42% пациентов при первичной диагностике ансоассоциированного быстропрогрессирующего гломерулонефрита уже нуждались в заместительной почечной терапии или быстрое начало заместительной почечной терапии при поступлении к нам в стационар. Почти все были иммунологически активны. 88% больных имели иммунологическую активность, чуть больше антител к миелопероксидазе, чуть меньше антител к протеиназе 3. И 14 пациентов были ансонегативными. Почти у всех 90% больных имели тяжелый легочный процесс и экстраренальные проявления. По БИВАС активности эти были больные, имели более 35 баллов активности. Ближайший эффект был у 78% больных. Из 17 наступила полная почечная ремиссия, частичная ремиссия, то есть улучшение почечной функции и уменьшение необходимости потребности в заместительной почечной терапии были у 60 больных. Без эффекта были 34. Таким образом, тяжесть почечного повреждения, уровень исходной азотемии и анурии является предиктором ответа на терапию, но не абсолютным. Конечно, полная ремиссия наступала у больных, у которых был исходно уровень креатинина ниже. Но больные, которые изначально нуждались в заместительной почечной терапии, через какой-то период терапии не нуждались в продолжении диализа. Отдаленные результаты: пятилетняя кумулятивная выживаемость пациента составляет 73%, почечная выживаемость 48%.
С учетом такой почечной выживаемости мы решили посмотреть, какой же почечный процесс был у наших больных. И вот по предложенной в 2010 году морфологической классификации мы разделили наших пациентов. У нас был очаговый гломерулонефрит, при котором более 50% клубочков были нормальны, их было 20%. Экстракапиллярный гломерулонефрит, их было 38, при котором более 50% клубочков имели полулуние. Смешанный гломерулонефрит, нет преобладания какого бы то ни было поражения почек, и склерозирующий гломерулонефрит, при котором более 50% клубочков были глобально склерозированы. И мы увидели, что вторая и третья группа, то есть экстракапиллярный гломерулонефрит и склерозирующий, имели одинаково высокий уровень исходной почечной недостаточности. И, конечно, эти две группы различались с первой группой при очаговом гломерулонефритом и различались группы смешанного гломерулонефрита. Мы видим таким образом, что при очаговом гломерулонефрите 100% выживаемость. Самая лучшая, но она и обусловлена тем, что меньшее количество клубочков вовлечены в процесс. При склерозирующем гломерулонефрите, тем не менее, 25%, 26% больных имели частичную почечную ремиссию. При смешанном и экстракапиллярном гломерулонефрите, в общем-то, значимо не различались данные, но мы все равно видим, что 50% больных с исходно высоким уровнем креатинина экстракапиллярным гломерулонефритом имели почечную ремиссию. Таким образом, ближайший эффект терапии достигнут был у 78% больных. Исходная тяжесть почечного повреждения, креатинин и анурия не являются абсолютным предиктором ответа на терапию. Мы должны начинать лечить пациентов даже с высоким уровнем креатинина при подтверждении этого диагноза. И отдаленный прогноз ансоассоциированного гломерулонефрита более тесно связан с морфологическим типом клубочковых повреждений, чем с исходным уровнем креатинина. Учитывая такую почечную выживаемость, врачи постоянно находятся в поиске новых альтернативных режимов инициальной терапии, поддерживающей терапии. И вот в 2011 году в Европе, а в 2013 году в России был официально лицензирован препарат ритуксимаб для лечения данной категории пациентов. Но мы, благодаря нашим руководителям и Олегу Николаевичу, и Наталье Аркадьевне, уже с 2011 года имеем возможность лечить данную категорию больных препаратом МАПТЕРА. Мы посмотрели больных, провели анализ больных, которых лечили ритуксимабом с 2010 по 2014 год. Всего было пролечено 46 пациентов. При впервые выявленном ансоассоциированном гломерулонефрите, ансоассоциированном васкулите было пролечено 21 пациент. Мы брали в эту группу, конечно, эта группа составлялась уже, она была ретроспективно разложена на такую группу, мы лечили по показаниям, мы видели высочайшую активность васкулита и видели противопоказания к назначению циклофосфана в полном объеме. Их было 21 пациент. Эти пациенты, их было чуть больше женщин, 11 пациентов, то есть половина из них были старше 60 лет. У них у всех был тяжелый почечный процесс. Медиана креатинина составляла 860. Более 50 микромоль в литре креатинина был у 86% больных. Потребность заместительной почечной терапии у 62% пациентов. Поражения легких были почти у всех больных, и почти все больные имели тяжелые экстраренальные проявления.
Вот хотелось бы представить вам случай пациента, молодого человека, 54 лет, который до 13 года себя считал полностью здоровым, не контролировал особенно анализы, работал, и в 13 году, в мае, он переносит тяжелый правосторонний отит с парезом лицевого нерва. В этот момент он находится в лор-отделении, в анализах мочи у него микрогематурия, очень минимальная протеинурия, нормальный уровень креатинина и гемоглобина. Июнь-август, он лежит дома, бесконтрольно пьет нестероидные противовоспалительные препараты в связи с выраженнейшим суставным синдромом, с болями в мышцах, и с клиникой, подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, он попадает в августе 2013 года в стационар, где при обследовании быстрое нарастание почечной недостаточности до 670 микромоль в литре, гиперкалемия и выраженнейшая анемия. С подозрением на быстро прогрессирующую почечную недостаточность он переводится к нам в стационар, где сохраняется выраженное поражение лор-органов. Офтальмолог констатирует краевой кератит. Мы видим в течение двух суток нарастание почечной недостаточности до креатинина 870 микромоль в литре, анемии до 53, тромбоцитоз, лейкоцитоз. Видим активный мочевой синдром, микрогематурию и незначимую протеинурию. Рентгенологически и по данным компьютерной томографии определяется двухсторонний легочный процесс. Видя такую многогранность, многосистемность поражений, заподозрен сразу диагноз ансоассоциированный васкулит, в частности гранулематоз Вегенера, что и подтверждается высоким титром антител к протеиназе 3 более 2000. Выполняется пункционная биопсия почки, при котором констатируется экстракапиллярный малоиммунный гломерулонефрит с 94%, преимущественно фиброзно-клеточных полулуний с негативной иммунофлюоресценцией. Данная морфологическая картина полностью подтверждает наш диагноз. Мы начинаем лечить высокими дозами метилпреднизолона, и при первом же введении циклофосфана всего 400 мг в сутки мы получаем выраженную лейкопению, диарею. Пациент практически сразу получает заместительную почечную терапию гемодиализом, и в связи с выраженной лейкопенией мы вынуждены начать терапию ритуксимабом. Несмотря на проводимую терапию, сохраняется у лигурии. Пациент в настоящее время продолжает получать заместительную почечную терапию. В течение года сохраняется иммунологическая активность, на которую, в общем-то, принято не сильно ориентироваться, но тем не менее в течение года он дважды еще получает пульсы введения ритуксимаба. Но в настоящее время мы имеем человека, который хоть и получает лечение программным гемодиализом, но он полностью в строю и продолжает работать. Таким образом, применение ритуксимаба у молодых пациентов может быть показывать свою высокую эффективность в отношении экстраренальных проявлений. Но при лечении тяжелого почечного повреждения наши данные, оценивать эти данные нам еще пока рано. Также ритуксимаб применялся при рецидиве почечного васкулита. То есть это больные, которые имели первый ответ на классическую терапию циклофосфаном и метилпреднизолоном, получали поддерживающую терапию малыми дозами кортикостероидов, но в среднем через 39 месяцев у них возникал рецидив. И при появлении этого препарата мы стали применять его, зная и ощущая его уровень безопасности. Больные долго предлечены, они получают иммуносупрессивную терапию, и раньше мы всегда были в какой-то, скажем так, в непонятном таком состоянии, как нам лечить рецидив при уже предшествующей иммуносупрессии. И эффект
у этих пациентов мы получили почти у всех, 94% больных. К сожалению, один пациент умер от тяжелой инфекции грибковой пневмонии. Также у 9 пациентов мы применили ретуксимаб при рецидиве экстраренальных проявлений уже у больных, получающих лечение программным гемодиализом. Также срок рецидива заболевания был около 53 месяцев. Средний возраст 56 лет. Экстраренальные тяжелые проявления заключались в легочном процессе, в кожных проявлениях высокой лихорадки, в суставном синдроме. Эффект был у всех больных. Двое, к сожалению, также у нас умерли от грибковой пневмонии. Таким образом, ретуксимаб высокоэффективен при лечении экстраренальных проявлений ансоциированного васкулита, при лечении рецидивов болезни на фоне длительной поддерживающей иммуносупрессии, при лечении более мягких вариантов ансоциированного гломерулонефрита. Применение ретуксимаба при рецидиве имеет высокий уровень безопасности в отношении развития инфекции. Наш опыт полностью согласуется с международным и свидетельствует о не очень высокой, недостаточной эффективности применения ретуксимаба при индукционной терапии тяжелого, быстро прогрессирующего гломерулонефрита. Учитывая наш опыт, мы приняли для себя, что пациентов пожилого возраста более 70 лет предпочтительным режимом иммуносупрессии при впервые выявленном ансоассоциированном васкулите является комбинация ретуксимаба и кортикостероидов без применения циклофосфана. Спасибо за внимание. Так, спасибо большое. Вопросы есть у кого-нибудь? А то что-то у нас аудитория без вопросов. Так, нам получается, что вопросов нет, к сожалению. Это плохо. Но спасибо большое. Так, следующий доклад, с вашего позволения. Это Галина Владимировна Волгина, доклад «Минерально-костные нарушения при хронической болезни почек. Рациональная терапия». Уважаемые коллеги, минерально-костные нарушения при хронической болезни почек являются самым частым и грозным осложнением и характеризуются наличием лабораторных изменений, характеризующих показатели минерального и костного обмена, кальцификации экстраренальной и мягких тканей и развитием аномалии кости. Все эти минерально-костные нарушения, они взаимосвязаны, могут быть в разном сочетании и приводят к развитию вторичного гиперпаратиреоза, ухудшению качества жизни, увеличением риска переломов. И самое, что неблагоприятно, это уменьшению выживаемости пациентов с данной патологией. Безусловно, в зависимости от полученных лабораторных уже показателей, четко проектируется на летальность. Посмотрите уровень паратиреоидного гормона, уровни кальция и уровни фосфата. Все имеют такую образную кривую, и самая низкая летальность как раз и характеризует вот тот диапазон целевых значений данных показателей, к которому необходимо стремиться при назначении терапии с целью коррекции этих минерально-костных нарушений. Минерально-костные нарушения – это каскад всех изменений, которые взаимосвязаны и усугубляют друг друга, что в конце концов приводит к увеличению кардиоваскулярного риска и летальности. Но прежде всего, чем характеризуются эти минерально-костные нарушения? Посмотрите, какие раньше мы наблюдали изменения со стороны костной ткани, скелета у пациентов, имеющих гиперпаратиреоз. Это вот наше наблюдение, госпиталь ветеранов войн. Это тот крайний вариант, когда у нас не было возможности лечить пациентов с тяжелым гиперпаратиреозом и к чему это приводит, какие последствия имеет это состояние.
Посмотрите, как изменяется грудная клетка, когда полностью отсутствуют, как бы лизируются ребра, деформация, тяжелейшая деформация челюстно-лицевого и мозгового скелетов. Здесь появляются очень серьезные изменения со стороны плоских костей. В частности, посмотрите, это соль с перцем череп, как будто напоминающий такой больше берет. И мы видим такой лиз из костной ткани. Это тяжелейшие изменения в виде гиперпаратиреоидной болезни кости, которая характеризуется вот таким фиброзным остеитом. Это вот средняя треть бедер, и мы видим, что здесь усиление рисунка кости на периферии, но незначительный остеопороз кости. И тяжелейшие изменения вот ногтевых фаланг, тоже лизис этих фаланг. Это все проявление данной патологии. Вот наблюдение, которое представлено из наблюдения Натальи Аркадьевны. Это пациентка, которая находилась на гемодиализе более 20 лет. Это тяжелейшие изменения со снижением роста значительного, изменением мы видим грудной клетки серьезным, изменением фаланг пальцев рук. Это пациентка с гиперпаратиреозом. Это тоже в те времена, когда выбор в лечении у нас вообще отсутствовал. Точно такая же ситуация у данной больной. Посмотрите, какие серьезнейшие изменения костного скелета возникают. Это тоже длительная пациентка на диализе, тоже более 20 лет. Вот мы повысили выживаемость пациентов на диализе, но привели их вот к таким вот глубокой инвалидности, их такое заболевание. Серьезнейшая патология бывает, и которая характеризуется так называемым СС-синдромом или синдромом Саглекера. Это тяжелейшая деформация костно-лицевого скелета, но у данной пациентки мы еще видим очень серьезную, так скажем, гиперпаратиреоидную болезнь кости, которая называется бурая. Значит, образование бурая киста, и это всегда есть проявление очень тяжелых осложнений гиперпаратиреоза. Следующая как бы кальцификация, которая тоже вносит свой вклад в увеличение летальности данных пациентов, и четко наблюдается вот околосуставной кальциноз у таких пациентов. Мы видим кальцификацию сосудов, которые по, видите, всей длине кальцифицированы. Это как бы медиакальциноз, когда вот такой тип. Ну, вот здесь это вот наш пациент, у которого такой, настолько изменена кость, которая больше, скажем, напоминает абсолютно лизированную, лишенную минеральную плотности кости, полностью, видите, сустав как изменился. И вот рядом проходит артерия, которая такая же, как и плотность костной ткани. Но не только здесь. Мы наблюдаем тяжелые изменения даже при ультразвуковом исследовании, при сканировании сонных артерий. И мы можем видеть, хотя здесь всегда трудно дифференцировать толщину комплекса интима медиа, но видим наличие атеросклеротических бляшек. И что очень интересно, так скажем, с точки зрения таких взглядов на развитие атеросклероза, что ишемическая болезнь сердца усиливается у пациентов, имеющих такие минерально-костные нарушения и кальцификацию, которая способствует отложению кальция уже в бляшках, сформированных у пациента, таким образом ускоряя развитие ишемической болезни сердца и, соответственно, неблагоприятных эффектов. Как же наши пациенты, какие они имеют уровни лабораторных показателей, на основании которых мы можем
оценивать перспективы нашего лечения, какие группы пациентов требуют особого внимания. Ну, вот это данные, которые были представлены при анализе регистра, это за 2012 год, но надеемся, что вот последние сейчас данные внесут другие какие-то коррективы. Но сравниваем мы результаты ДОПС, это частота гиперфосфатемии как основного ключевого фактора нарушения минерально-костного метаболизма и явно связанного с повышением летальности этих пациентов. И мы отмечаем, что где-то у трети пациентов диализных во всех странах отмечаем повышение уровня фосфора выше целевых значений, ну, в соответствии с последними рекомендациями. Как же обстоят дела у нас? У нас оказывается, что более половины пациентов имеют гиперфосфатемию. Ну и вот здесь есть некоторый процент, до 10% тех пациентов, у которых гипофосфатемия, что имеет столь же серьезное прогностическое значение, как и гиперфосфатемия. Как же обстоят дела с гиперпаратиреозом? Ну, сейчас изменяется такое отношение функции парадгормона у пациентов на диализе, потому что чаще стала формироваться, так скажем, и адинамическая болезнь кости, и гипопаратиреоз в некоторых странах. И очень интересно взглянуть и посмотреть, в каком же находимся мы в соотношении с ними по показателям. И посмотрите, пожалуйста, гиперпаратиреоз – это если мы будем брать за величину свыше 300 пикограмм в миллилитре и выше, то оказывается в Австралии, в Канаде, ну и в Соединенных Штатах и Великобритании, ну где-то около половины пациентов, да, даже меньше. В некоторых странах это совсем треть пациентов только имеют гиперпаратиреоз. Ну, совершенно выдается особая страна, это Япония, но мы это не обсуждаем, там есть свои, так скажем, предпосылки, почему это так. Как же обстоят дела у нас? Значит, если в 2008 году по данным регистра 44% пациентов были с гиперпаратиреозом, в 2009 году приблизительно такой же уровень, в 2010 и в 2011 уже достигли половины. То есть у нас много пациентов с гиперпаратиреозом, и это данные российского регистра, что требует особого анализа, и более того, что в те времена, когда это все анализировалось, оказалось, что не все диализные центры могут предоставить эти данные, поскольку там даже не определяется паратиреоидный гормон. И более того, что в ряде случаев не определяются и банальные, так скажем, лабораторные показатели минерального обмена. Поэтому очень трудно анализировать, то есть эти врачи не имеют такой возможности, то они, естественно, не знают, они не имеют возможности лечить таких пациентов, что и говорит о том, что вот у нас довольно значимая частота гиперпаратиреоза. Как же корректируются минерально-костные изменения? Ну, если все это разложить на этапы, то, безусловно, первый этап – это коррекция уровня фосфатов соответствующими, так скажем, методами, коррекция уровня кальция и коррекция уровня паратиреоидного гормона и поддержание его в целевом диапазоне. Все начинается с гиперфосфатемии, которая и запускает вот этот каскадный механизм минерально-костных нарушений. Но в связи с ограниченностью во времени мы будем говорить только о медикаментозной коррекции данных нарушений, и поэтому гиперфосфатемия – это есть снижение потребления, уменьшение абсорбции, увеличение элиминации и снижение мобилизации
фосфора из кости. Мы с вами будем обсуждать уменьшение, коррекцию гиперфосфатемии именно фосфат-связывающими препаратами, фосфатбиндерами. Значит, недавно было опубликовано очень интересное сообщение, потому что всю свою стратегию мы всегда основываем на данных, которые получаем на основании анализов результатов проводимых исследований. И вот это исследование, которое было опубликовано Рейн в 2011 году, на основании этого исследования сделано очень важное заключение. О чем? Здесь в исследование включили 331 пациента. Это были пациенты, страдающие хронической болезнью почек, но не диабетической, с наличием протеинурии, по поводу чего им назначался именно фосфат, связывающий препарат, и оценивалось, как же влияет вообще уровень фосфата на влияет ли на ренопротективные действия ингибиторов АПФ уровень фосфата. И что же оказалось? Оказалось, что в зависимости от квартеля сывороточного фосфора, который вот разделили на 4 таких квартеля, и четко потом сравнили. Значит, если у пациента была гиперфосфатемия, то есть высокий уровень фосфора, то это приводило к ускорению развития конечной стадии хронической болезни почек. И удвоение сывороточного креатинина, как оценка скорости наступления хронической почечной недостаточности, тоже очень четко зависело от того, какой уровень фосфора был в сыворотке крови у данных пациентов. Второе интересное заключение. Посмотрели, как же влияет уровень фосфора именно на эффект ингибиторов АПФ. В частности, эта группа точно так же пациентов разделена была в зависимости от уровня фосфора на, скажем, вот такие три части. И если пациент, значит, один пациент был с одна группа пациентов была плацебо, вторая получала рамиприил, и надо сказать, что частота конечной стадии заболевания почек или хроническая болезнь почек пятой стадии у тех пациентов, которым назначен был рамиприил, соответственно, эта частота была значимо реже. То есть здесь был четко показан эффект именно рамиприла на процесс торможения, прогрессирования хронической болезни почек. А теперь в условиях гиперфосфатемии. Посмотрите, что происходит. Происходит, что именно, скажем, увеличение уровня фосфата приводит к уменьшению вот этого эффекта ренопротективного рамиприла. То есть за тот же период времени четко показано, что кумулятивная частота конечной стадии хронической болезни почек значимо увеличивалась. Она увеличивалась в разы вследствие того, что уровень фосфора высокий ингибировал ангиотензин, превращающий как бы эффект рамиприла. И далее точно такая же ситуация, когда очень высокий уровень фосфатов, оказывается, при очень высоком уровне фосфатов у пациентов вообще прекращается ренопротективное действие рамиприла. Ну и это позволяет сделать такие выводы, что именно фосфор является как бы независимым фактором риска, позволяющим оценить степень прогрессирования хронической болезни почек. Он ингибирует ренопротективный эффект препаратов ингибиторов ангиотензин превращающего фермента,
Ну и, безусловно, поскольку это проспективное исследование, то можно предположить, что именно на ранних стадиях хронической болезни почек контроль фосфата может быть одной из наших целей в назначении ренопротективной терапии. И это требует, безусловно, дополнительных клинических исследований контролируемых, но, по крайней мере, эти данные заслуживают очень большого внимания. Ну и буквально недавно был опубликован мета-анализ. Это мета-анализ за 2015 год, где оценивалась именно, проводилась сравнительная оценка действия фосфатсвязывающих препаратов, которые содержат кальций, и фосфатсвязывающего препарата, не содержащего кальций, в частности севеломера. Оценивалось их влияние, значит, во всех этих исследованиях либо сравнивалось с кальцием карбонатом, либо с кальцием ацетатом, либо совместно эта оценка проводилась. И оказалось, что вот среди этих 25 исследований, которые были включены в этот метаанализ, и это почти 5000 пациентов, более того, что это еще были пациенты на додиализных стадиях, что это очень важно, это редко, потому что преимущественно только диализным пациентам назначают фосфатсвязывающие препараты. Но здесь было четко показано, что при назначении в качестве фосфатсвязывающего препарата севеломера достоверно снижаются все случаи летальности. Кроме того, есть еще и те эффекты, на которые мы должны рассчитывать, а именно это уменьшение уровней общего холестерина и холестерина липидов низкой плотности, это снижение уровня сывороточного кальция и отсутствие риска гиперкальцемии в сравнении с кальцисодержащими фосфатсвязывающими препаратами. Поэтому, Галина Дмитриевна, у вас очень мало, можно сказать, что времени уже практически не осталось. Так, значит, поэтому есть определенные показания к применению севеломера, и мы четко здесь должны это учитывать. При оценке роли витамина D на летальность пациентов, это исследование, которое включало почти 200 тысяч пациентов, было показано, что при лечении витамином D или его аналогами, безусловно, снижается общая летальность у пациентов. Ну и в 2013 году оценивались влияние активных метаболитов витамина D, в частности селективного препарата парикальцитола. И это исследование, которое в метаанализ было включено, 9 исследований с включением более 1100 пациентов. И оказалось, что данный препарат работает не только на диализных стадиях, что он очень эффективен на додиализных стадиях, и тоже такой же вариант, как снижение уровня протеинурии. Более того, что очень интересное исследование ФАРА, которое показало, что риск смерти в зависимости от типа используемого витамина D, он, даже несмотря на то, что мы четко понимаем, что уровень парадгормона менее 150, но выживаемость у пациентов на парикальцитоле была, безусловно, выше, чем на кальцитриоле. Влияние на альбуминурию при активном назначении препарата парикальцитола, потому что он оказывает дополнительное влияние на ренопротективные эффекты. И на основании больших клинических исследований чрезвычайное сейчас внимание уделяется плеотропным эффектам препарата, и этим он интересен не только как действие именно на почки, но и на многие системы. Ну и в заключение я хотела бы сказать об инновационном препаратах, которые мы все уже
скажем, по крайней мере, в 52-й больнице и в стационарах Москвы уже научились лечить гиперпаратиреоз с применением кальциомиметиков, и имеем уже собственный опыт в назначении данного препарата. Ну и это позволяет нам достичь уровня целевого паратиреоидного гормона сывороточного кальция. Это позволяет снизить время до первой паратиреоидэктомии и переломы у пациентов, которые принимают Мимпару при гиперпаратиреозе, снижает частоту госпитализации пациентов. И по данным вот японских исследований, которые включают большие группы пациентов, значит, оказано, что уменьшает, скажем, скорость ремоделирования кости, поэтому при гиперпаратиреозе очень важен, и влияет на минеральную плотность кости, что и обусловливает снижение частоты переломов. А мы четко знаем, что если возникает перелом, летальность у пациента возрастает. Точно так же интересные данные получены о влиянии на кальцификацию. И эти данные на то, что сердечная недостаточность значительно реже возникает при назначении этих препаратов. И последнее, что, значит, это вот анализ более 19 тысяч пациентов, это проспективное, правда, исследование, которое опубликовано было в 2010 году, тоже показало, что если своевременно назначаем при гиперпаратиреозе кальциомиметики, то это позволяет снизить и кардиоваскулярную летальность, и общую летальность. Таким образом, в заключение я хочу сказать, что минерально-костные нарушения, они связаны с возникновением очень неблагоприятных клинических последствий. То, что мы в последнее время имеем возможность именно современного лечения нарушений минерального костного метаболизма, привело к тому, что вот уже тех, скажем, результатов, которые я вам показывала со стороны изменений кости, такой массивной кальцификации и так далее, мы уже не наблюдаем. Поэтому свою практику мы четко вот данное лечение применяем. Спасибо. Все, да? Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Вопросы у кого-нибудь появились? Если нет, я задам один вопрос. Что значит своевременно начать лечение кальциомиметиками? Что означает слово «своевременно»? При каком уровне паратгормона и вообще «своевременно»? Наталья Аркадьевна, я считаю, что, конечно, мы лечим не паратгормон уровень, а начинаем лечение тогда, когда для этого появляются соответствующие данные. Значит, не сам по себе уровень паратгормона, а его скорость изменения и в сочетании с другими факторами, потому что есть такие пациенты, которые фенотип витамина D, а есть пациенты, у которых фенотип именно кальциомиметика. Поэтому в зависимости от уровней кальция, фосфора и скорости нарастания паратгормона мы принимаем решение. То есть не сам по себе вот паратгормон более 300, а то, как он начинает меняться за, скажем, 4-недельный промежуток времени. Ну, все-таки алгоритм какой должен быть? Вот сразу начинаются мемпары, когда у больного, допустим, 350 паратгормон, или все-таки по-другому делать? Здесь, безусловно, подходы определяются именно, конечно, вот всеми факторами. Я еще раз хочу подчеркнуть, что уровень паратгормона не является показанием для назначения того или иного препарата. Здесь вот только сумма вот этих факторов может определить. Если у пациента, скажем, есть гипокальцемия, есть гиперфосфатемия и повышенный уровень фосфата, мы мембару не назначим до тех пор, пока эти показатели не определим. То есть вот лечение в каждом случае есть определенный, да, такой алгоритм применения. Понятно. Так сразу не скажешь за 2 минуты.
Олег Ильич, у вас вопрос, нет? Нет. Ни у кого не появилось вопросов. Потому что мы можем эту дискуссию продолжать очень долго, но не будем ее продолжать. Переходим к последнему докладу, как таковому. Предпоследний. Нет, это будет не доклад, разбор будет. Доклад как доклад последний. Евгений Мартынович Зелтин, кардиоренальный синдром. От этого будете объявлять вы. Да, конечно. Глубокоуважаемые председатели, глубокоуважаемые коллеги, кардиоренальный синдром как глобальный феномен взаимного отягощения почечной и кардиоваскулярной патологии, на мой взгляд, является одним из основных вызовов, который предлагается врачам разных специальностей, работающих в клинике внутренних болезней. Позвольте мне в столь профессиональной аудитории опустить в целях экономии времени некоторые аспекты, касающиеся истории вопроса, и обратить ваше внимание только на классификацию кардиоренальных синдромов, предлагаемых в настоящее время. И как кардиолог, оказавшийся, так сказать, в обществе нефрологов, я хотел бы обратить внимание на первые два типа – острый и хронический кардиоренальные, из определения которых совершенно очевидно вытекают, что некоторые острые катастрофы сердечно-сосудистые своим следствием могут иметь катастрофы почечные. И, соответственно, пациенты, до длительное время страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, рано или поздно, и это хорошо знают присутствующие здесь нефрологи и нефрореаниматологи, оказываются в конечном итоге в отделении нефрореанимации. В настоящее время отрадно то, что существует понимание, и прежде всего руководителя нефрологической службы нашей больницы, понимание того, что необходима реализация в практическом смысле междисциплинарного подхода лечения пациентов, находящихся в нефрологических отделениях с участием кардиолога. И мне хотелось бы представить некоторые примеры этого взаимодействия. Я надеюсь, что вам они тоже покажутся удачными. И перед тем, как мы проанализируем два случая, которые хотелось бы представить, хочется сказать вот что. Оба пациента 1981 года рождения, это молодые люди, с разным исходным уровнем здоровья. И мы дальше увидим, как развивались события в плане кардиоренального взаимодействия. И что особенно отрадно, мы вместе с заведующими отделениями нефрологическими видели этих пациентов позавчера. Они находятся, ну, можно сказать, в относительно добром здравии. Первый пациент – это не портрет пациента. Это актер, который снялся в роли баскетболиста. Первый клинический случай, который хотелось бы представить, это случай пациента 81 года рождения, профессионального баскетболиста, кандидата в сборную России по баскетболу. На следующем слайде представлена этапность событий, которая привела его, так сказать, ко встрече со специалистами 52-й больницы. В 2010 году, после вакцинации от гриппа, дебют заболевания в виде тяжелейшего нефротического синдрома. В городе Иркутске, где находился пациент в тот момент, был установлен диагноз гломерулонефрита и была начата массивная кортикостероидная терапия, которая в первом приближении имела определенный клинический успех. Очень быстро, в течение месяца, на колоссальных дозах стероидов у пациента развивается сахарный диабет. В 2011 году рецидив нефротического синдрома, проведена биопсия почки, диагностирован фокальный сегментарный гломерулосклероз и продолжена патогенетическая терапия. В марте 2014 года пациент попадает еще раз в поле зрения нефрологов 52-й больницы после событий, которые представлены здесь. У пациента развивается последовательный тромбоз обеих бедренных артерий, что повлекло за собой хирургические вмешательства, эмболэктомии, бедренно-тибиальное шунтирование, пластика подколенной артерии. Возник вопрос, вследствие чего
произошли подобного рода события, исключалась тромбофилия. И, так сказать, при участии кардиолога, в общем-то, было принято достаточно стандартное решение посмотреть, что происходит с сердцем этого пациента. У меня вопрос к тому, кто нам помогает. Возможно сделать это живой картинкой? Спасибо большое. Эхокардиограмма. Можно еще раз оживить ее? Извините, пожалуйста. Вот еще раз, пожалуйста. Да, мы видим мешочатую аневризму верхушки сердца, выполненную тромбом размером примерно 3 на 3 сантиметра. Если, так сказать, внимательно посмотреть на картинку, мы увидим флотирующие небольшие элементы, то есть тромб имеет фистончатые края и флотирующие элементы. Возникает вопрос. Это что, тромб, что ли? Вот здесь в статике довольно хорошо представлен этот тромб с небольшим увеличением. Становится очевидным, что, видимо, все эмболические события у данного конкретного пациента были обусловлены рецидивирующей тромбоэмболией, и источник этих артериальных тромбоэмболий находился именно в сердце. Возникает вопрос, что привело к развитию аневризмы и тромбоза верхушки левого желудочка у пациента, который исходно обладал, ну, скажем так, высоким уровнем здоровья и который в момент обследования уже работал. И работа его заключалась в, так сказать, ведении тренировочного процесса профессиональных команд. И в том числе он не просто руководил, так сказать, тренировочным процессом, но и сам в нем участвовал. То есть уровень физической активности и физической сохранности, если можно так выразиться, был достаточно высоким. Здесь представлены электрокардиограммы этого пациента. Обращает на себя внимание, прежде всего, грудные отведения. Мы видим регресс R-зубца до отведения V5, изменения небольшие сегмента ST и зубца T. То есть, в совокупности с данными эхокардиографии, подобного рода картина была однозначно расценена как большой постинфарктный кардиосклероз, с формированием хронической аневризмы сердца, которая, в свою очередь, явилась источником тромбоэмболических осложнений. Но вот вопрос, каков генез инфаркта миокарда, перенесенного пациентом? В наших стенах была проведена коронарангиография, результаты которой представлены на слайде. Обратите внимание на то, что серьезных стенотических поражений у пациента не выявлено. Но вот в передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии обнаружены реканализованные старые тромботические массы в дистальной трети. Дальнейший ход событий вывел нас, мне кажется, на правильный путь. После коронарангиографии была проведена резекция аневризмы левого желудочка с последующей пластикой его и мамарно-коронарным анастомозом передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии. Таким образом, хирургическим путем удалось избавиться от источника тромбоэмболии. Вот здесь, если можно, опять-таки включите анимацию. Здесь представлена эхокардиограмма того же самого пациента. Обратите внимание, тромб полностью отсутствует. По состоянию на момент последнего осмотра, на 16 декабря. Кроме поддерживающей патогенетической терапии, пациент получает дальтепарин натрия. И мне хотелось бы буквально несколько минут заострить ваше внимание на этом. Препарат хорошо известен в нефрологической клинике, традиционно применяется для профилактики тромбозов венозных и у пациентов, находящихся на программном гемодиализе, в том числе в междиализный период. Пациенту с высоким риском тромбоэмболии, особенно до операции, и, кстати, после операции на сердце, безусловно, показана была антикоагулянтная терапия. Однако пациент отказался от назначения варфарина, который был, видимо, здесь оправдан в связи с объективной загруженностью и со сложностью своей работы. Бесконечные перелеты, бесконечные командировки не давали возможности объективно контролировать МНО.
И на сегодняшний день, как на наш взгляд, такие нестандартные показания к применению дальтепарина натрия себя оправдали, поскольку произошла качественная профилактика повторных тромбоэмболических событий при сохраненном качестве жизни, потому что препарат удобен для самостоятельного введения. Второй случай. Ровесник этого пациента, но совершенно другим медицинским бэкграундом. В 1995 году, то есть в 14-летнем возрасте, пациенту диагностирован синдром Альпорта. Через 5 лет разворачивается картина хронической почечной недостаточности. В 2010 году у пациента развивается клиника, которая была трактована как развитие цирроза печени. Довольно быстрое появление асцита с явлениями портальной гипертензии, что приводило к повторным лапароцентезам. И единственное, что не укладывалось в клинику, так сказать, цирроза печени, это было полное отсутствие маркеров гепатита. Но с 2010 года пациенту был установлен этот диагноз в том числе. В 2015 году трансплантация почки, функция трансплантата отсроченная, что привело к схождению пациента на программный гемодиализ, на высокие дозы патогенетической терапии. В поле нашего зрения этот пациент оказался в апреле того же года по профилю, так сказать, переведен в отделение первой нефрологии. Обратите внимание, диагноз дисфункции трансплантата, асцит, портальная гипертензия, цирроз печени. При осмотре этого пациента у заведующей отделением, у Натальи Аркадьевны, кстати, возник вопрос, что же это за цирроз печени, который не имеет каких-то очевидных причин. Пациент неоднократно обследовался, однако убедительных причин развития цирроза печени, который явно декомпенсировал течение заболевания почек, найдено не было. Можно включить анимацию. Данный пациент, его картина на эхо, при эхокардиографии. Толстый, блестящий перикард. Будьте любезны, еще вот так вот, в режиме таком оставьте, если можно. Еще раз. Угу. Толстый, блестящий перикард, хаотическое движение межжелудочковой перегородки, очень хорошо здесь видно. И зависимость объемных скоростных показателей от фазы дыхания. Констриктивный перикардит. Проведена компьютерная томография органов грудной клетки. Обнаружено обезвесление перикарда. То есть в данном случае речь идет о развитии псевдоцирроза пика. И при таком раскладе появились совершенно новые возможности для того, чтобы этому пациенту помочь. В институте имени Склифосовского была проведена субтотальная перикардэктомия совсем недавно. Это сентябрь текущего года. По состоянию на 16 декабря сего года имеет место восстановление функции трансплантата, прекращен программный гемодиализ. Я очень надеюсь, что вот это серьезное междисциплинарное взаимодействие, которое сейчас налаживается в нашей больнице, и, ну, могу сказать без ложной скромности, аналогов, которые в других городских больницах я пока не вижу, будет подкреплено всяческой инструментальной, идеологической и так далее помощью. От другой причины. На правой части слайда представлено сообщество нефрологов, кардиологов, врачей-реаниматологов и врачей, работающих в гемодиализных залах. Ну а с левой стороны тот самый кардиоренальный синдром. Я надеюсь, что вместе мы сильнее. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, спасибо большое, Евгений Мартынович. Может быть, у кого-то есть вопросы, но на самом деле... Ой, вопрос, Михаил Леонидович. Да, Михаил Леонидович. Артерий. Артерий, конечно. Тромбоэмболия из левого желудочка.
почему тромбоэмболия, вроде тоже как бы понятно, аневризма, тромб оторвался. Даже как бы понятно, от чего аневризма, вроде бы как поражение левой артерии левого желудочка, тоже вроде. Но причина вот этой ситуации, как вы говорили, у физически здорового, крепкого пациента, с чем связано поражение коронарного сосуда? Это что, атеросклероз? Или это связь как раз с нефротическим синдромом на фоне фокально-сегментарного гломерулосклероза, когда мы знаем, имеется тенденция к тромботическим осложнениям? Чем закончилось исследование на предмет тромбофилии? Вообще, вот с чего все началось-то? Вот, если можно, спасибо. Глубоко уважаемый Михаил Леонидович, спасибо за вопрос. Один из ключевых вопросов, который мы себе задавали в ходе наблюдения, а у пациента не атеросклеротический вариант поражения коронарного русла. Когда я говорил о том, что тромбофилия была отвергнута, она была отвергнута уже вот в последнюю по счету госпитализацию. Мне представляется, что здесь как раз вот это пример скорее ренокардиального варианта развития событий, когда на фоне массивной кортикостероидной терапии, на фоне тяжело дебютировавшего в тот момент сахарного диабета, может быть, была некая вторичная тромбофилия, которая привела в данном случае конкретно к тромбозу передней межжелудочковой ветви, который, в свою очередь, привел к развитию инфаркта миокарда, аневризме левого желудочка и тромбоза этой самой аневризмы. Нету стигм атеросклероза у этого пациента. И я думаю, что вот это вот такое нечастое коронарное событие явилось следствием, ну, как мы говорим в обиходе, основного заболевания и его лечения. Я сейчас спрашиваю. А вам не кажется, что это просто больной с первичным антифосфолипидным синдромом? И идут тромбозы по артериальному типу. Там бывают либо артериальные, либо только венозные. И вот он такой тяжелый, мне кажется, случай надо описывать. Но я не знаю, проверяли ли его на антифосфолипидные антитела. Но даже если они отрицательные, это ничего не значит. Учитывая наши особенности лабораторные и особенности диагностики, это, по-моему, это укладывается в антифос. Как раз последний ваш вариант. Поражение почек Наталья Аркадьевна, там тромбатическая микроангиопатия при АФС. Наталья Аркадьевна, если можно, свое мнение кардиолога, который, к сожалению, плохо разбирается в заболеваниях почек. После радикального удаления тромбы из левого желудочка прекратились артериальные тромбозы. Кроме того, не было тромбозов в других руслах. И понятное дело, что даже при отрицательных результатах, так сказать, на антифосфолипидный синдром, которые, кстати, были действительно отрицательны, мы не можем этого, так сказать, полностью исключить. Однако мне представляется, что именно в данном случае причиной тромбоэмболического синдрома исключительно был недиагностированный вовремя инфаркт миокарда передней стенки, осложненный аневризмой. Вот это мой ответ. Это был коронарный тромбоз. Тромбоз был коронарной артерией по причине, вот мне кажется, я могу ошибаться, мы продолжим дискуссию дома, антифосфолипидный синдром. Почему? Михаил Леонидович не согласен. Мы дискуссию продолжим не здесь, тут времени нет. Просто потому что я с 63-го года занимаюсь кортикостероидной терапией. Я видела миллионы осложнений на этих кортикостероидах, самых таких диковинных, каких угодно. Но никогда в жизни, ну и что диабет, ну и ничего, не коронарной такой патологии я не видела ни разу не было. Может, кто-то другой видел, не знаю. Так что я думаю, что этот случай заслуживает сначала нашего обсуждения, а потом публикации. Почту за честь и быть автором. Спасибо большое, Наталья Аркадьевна. У меня второй случай, это непонятно. Это что, там что, такой запущенный была уремия, уремический перикардит, который... Наталья Аркадьевна, я прошу прощения, я займу немного времени и про второй случай. В 2010 году дебют портальной гипертензии. При внимательном сборе анамнеза выяснилось, что появлению увеличения живота в объеме, как пациент сам обозначил эту жалобу, в течение месяца после перенесенной тяжелой респираторной инфекции у пациента там сохранялась слабость, одышка, субфебрилитет. То есть речь идет просто о очевидно пропущенном вирусном
перикардите, может быть, миоперикардите, который закончился развитием, по сути дела, панцирного сердца. Но и трансплантация была склифосовского, да. Почки, почка. Да, трансплантация почки склифосовского, откуда он и был перенесен. Это характеризует уровень работы врачей диализных отделений. Если такого больного, с таким перикардитом, значит, наверняка были застойные явления, был кардиальный цирроз там или что-то такое пить, отправить на трансплантацию – это высший пилотаж. Это характеризует уровень работы нефрологов, врачей в диализе, которые отправляли его. Спасибо вам большое, очень интересное представление. Спасибо. Ну, надеюсь. Ну, как раз вот мультидисциплинарный подход, всем становится ясно, что у нас впереди очень-очень много работы, интересная работа и совместная работа с врачами различных специальностей, в том числе и кардиологов. И наше последнее сообщение. Случай успешного лечения HELLP-синдрома с фульминантным течением, разбор клинического случая, Наталья Аркадьевна Томилина. Как раз уходит, самого интересного уходит, с моей точки зрения. Я вот только что говорила, что если бы, наверное, я так занималась этим HELLP-синдромом, изучала, что я подумала, что если бы я сейчас была молодая, я бы пошла работать, наоборот, в акушерство, с одной стороны. С другой стороны, я услышала сегодня, что родильный дом, который входит в состав нашей больницы, сегодня торжественно открылся с участием мэра нашей столицы, значит, там они уже сказали, что учитывая, что у них есть больница, есть нефрологический центр, они будут класть сюда больных с почечной патологией. Так что, в общем-то, нас ждут интересные времена, и нам будет необходимо в порядке мультидисциплинарного подхода изучить еще и акушерство, кроме того, что мы уже и так должны, обязаны заниматься гематологией и ревматологией. Но это только от этого только интереснее. Итак, вашему вниманию я хочу представить случай, я вот не понимаю, ага, все в порядке, случай, который так, ну, случайно, наверное, попал в нашу больницу по причине ошибочной диагностики врачом скорой помощи. Итак, речь идет о 37-летней женщине, которая, в общем-то, считала себя совершенно здоровой. Она мать троих детей, родов было двое, одни роды были двойней. И вот беременность, из-за которой попала к нам в больницу, это была ее третья беременность, которая с ее точки зрения протекала, с точки зрения родных, протекала совершенно нормально. Хотя, правда, муж ее отметил, что последние там несколько недель она вроде как задерживала жидкость, как будто немножко отекала. Но врач в консультации, в которой она была буквально за несколько дней до этой катастрофы, не нашел никаких отклонений, сказал, что все благополучно. И вот это случается внезапно. Это был февраль, 12 февраля, вот этого 15-го года. Срок у нее был 26 недель. Я никак не могу понять, сейчас освоить вот эту. Что тут надо нажимать, чтобы был сигнал на зеленую, что... А, да. Срок 26 недель беременности. И внезапно дома у нее появляются боли в эпигастрии. Больше в правом квадранте живота, в правом верхнем квадранте живота. Потом очень быстро появляется повторная рвота, температура была нормальная, но самочувствие как-то очень ухудшается, и она полтора часа терпит, а через полтора часа она вызывает бригаду скорой помощи. Скорая помощь ставит ей диагноз токсической инфекции пищевая и госпитализирует ее в первую инфекционную клиническую больницу, куда ее везут. Как я понимаю, врача скорой помощи она опасений тоже никаких не вызывала, потому что, собственно говоря, она лежала одна в этом кузове машины скорой помощи, а около нее сидел только муж. И вот когда они подъехали уже к больнице и ждали своей очереди на то, чтобы попасть в приемное отделение, она теряет сознание, с ней случается большой судорожный припадок, и в тяжелейшем состоянии, уже в состоянии комы, ее муж и там вместе с шофером, мне важно, просто притаскивают ее в приемное отделение, и там констатируется крайняя тяжесть состояния, она без сознания,
зрачки, фотореакция сохранена, расходящееся косоглазие. На коже скуловой области справа появились какие-то петехии. Давление в этот момент было 200/110. До этого, во время беременности, давление, гипертонии у нее не отмечали, и протонурии тоже не отмечали. Давление 200/110. Значит, какие-то такие небольшие изменения на глазном дне, несущественные, по-моему. И тут же констатируется антенатальная смерть плода. По катетеру выделяется всего 20 мл мочи почти черного цвета, скажем так. И в анализах обнаруживается анемия, тромбоцитопения. Цифры нам не дали, поэтому я так говорю. Анемия, тромбоцитопения. Креатинин, повышенный уровень креатинина и мочевины, высокий уровень билирубина и трансаминаз сыворотки крови. Значит, она интубируется, ей начинается ИВЛ, и осуществляется там же, в этой инфекционной больнице, благо у них соответствующее отделение, кесарское сечение, экстренные родоразрешения. Поскольку после родоразрешения у нее остается почечная недостаточность, то ее переводят к нам буквально на следующие сутки, через 16 часов после вмешательства переводят к нам. Направительный диагноз был такой: беременность 26-27 недель, третье – преждевременные оперативные роды, тяжелый гистоз, эклампсия, Хелп-синдром, антенатальная смерть, гибель плода, острая дыхательная и печёночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, кома 3, отек головного мозга, дислокация ствола, кровоизлияние в желудочке головного мозга. Значит, она поступает к нам в крайне тяжелом состоянии. Действительно, кома, как вообще с точки зрения врачей, принимающих, они констатируют атоническую кому. Вот кто-то здесь сидит, кто ее помнит, наверное. Дальше она бледна, кожные покровы эктеричные и слизистые, то есть они, видна желтуха, такой отечные, такие как желеобразные склеры, тоже эктеричные, такая пастозность, вся диффузная подкожные клетчатки и туловище, и конечности, она какая-то такая набухшая. Значит, и ей продолжается ИВЛ в принудительном режиме. Давление у нас уже не было такое, 100/60, гипертонии нет. Увеличена печень, селезенка не пальпируется. Ну и вот за 16 часов мы констатируем олигонурию, за 16 часов только 100 мл такой темно-бурой, но почти красной мочи. Поскольку привезли ее к нам на ИВЛ, то поэтому нет, еще до помещения ее на место в стационар реанимации сделали компьютерную томографию головного мозга, о которой я сейчас скажу чуть попозже. Значит, в анализах гемоглобин 93, в момент поступления, на следующие сутки он уже был 66. Лейкоцитоз 21 тысяча, временами он повышался, потом последующие дни до 26 тысяч. Небольшое такое увеличение количества гранулоцитов, снижен общий белок 55, креатинин 339, калий с натрием нормальный, ацидоз, метаболический ацидоз, БЕ минус 11, и билирубин 216 микромоль в литре, ферменты АСТ больше 1000, а ЛТ тоже дают больше 1000. Щелочная фосфатаза в пределах нормы, ЛДГ больше 4000. Очень небольшое повышение лактата, и КТ, компьютерную томографию делают вообще всего, видят небольшой гидроторакс и небольшой асцит, признаки застоя в легких с какими-то непонятными изменениями фильтративными, немедленно гепатомегалию, и собственно говоря, что находят у нее. А находит у нее кровоизлияние в области левых подкорковых ядер размерами 4/27/20 мм с прорывом крови в желудочке мозга и их тампонадой. Ну и вызывается, естественно, бригада, нейрохирург, который долго, очень внимательно изучает эти данные компьютерной томографии, консультирует у себя в центре и приходит к выводу, что операцию никакую делать не надо, потому что она не имеет смысла, что очень тяжелый отек мозга, что отек мозга этот не столько связан с кровоизлиянием, сколько вообще какой-то отек мозга, и вообще операция бесперспективна, в том смысле, что она ей абсолютно не поможет с точки зрения нейрохирургической. А с другой стороны, больная крайне тяжела соматически, представляла, что эта больная, в общем, такое было ощущение, что она, в общем-то, совершенно безнадежно обречена. Поэтому, мы ставим ей такой диагноз,
беременность 26-27 недель, эклампсия, HELLP-синдром, осложнившийся геморрагическим инсультом в области левых подкорковых ядер с прорывом крови желудочки мозга и их тампонадой, отек мозга, кома 3, тромботическая микроангиопатия, микроангиопатическая анемия, тромбоцитопения, острая печёночная и почечная недостаточность. Почему мы написали тромботическую микроангиопатию? Потому что мы видели, что у больной есть, безусловно, HELLP-синдром. Значит, итак, что такое HELLP-синдром? Это название HELLP дал этому синдрому в 1982 году Луис Вайнштейн, наверное, надо правильно произносить это имя. Итак, он, так сказать, обратил внимание на некоторые описания в литературе и сам собрал такие случаи. И HELLP, он взял это аббревиатура от слов гемолиз, это буква H, и L – это повышенные печёночные ферменты, ЛП – это low platelet, это низкие тромбоциты крови. И описал его, он считал, что это такой специальный синдром, который собственно, свой является на самом деле проявлением крайне тяжелой степени преэклампсии. С этого времени HELLP-синдром, как раз после этого описания, специально описывался в 90-х годах. Собраны случаи, там описаны серии по 340-400 с лишним наблюдений. И в Миссисипи и Теннесси там предложена классификация этого HELLP-синдрома. И делится его, он классифицируется по тяжести тромбоцитопении. По тяжести тромбоцитопении это первый класс, если тромбоциты ниже 50 тысяч, и второй класс, если тромбоциты находятся в диапазоне от 50 до 100 тысяч. Некоторые выделяют еще третий класс, когда тромбоциты крови больше 100 тысяч, но меньше нормы, и есть некоторое повышение АСТ. Вообще все ориентируются не столько на АЛТ, сколько на АСТ в этой диагностике. Итак, значит, в нашем случае как раз мы имели второй класс, как будто бы первый класс, может быть, течет тяжелее, но я этого по их описаниям не поняла. Значит, и как сегодня рассматривается, что такое HELLP-синдром? Он рассматривается как тяжелое, жизнеугрожающее осложнение беременности, которое возникает чаще всего в третьем триместре, но может возникать и во втором триместре, а иногда может возникать даже после родов. И протекает с доминированием явлений тяжелейшего поражения печени, тромбоцитопении, гемолитической микроангиопатической анемии, рассматривается как особо тяжелый вариант именно преэклампсии. Критериями диагностики является тромбоцитопения ниже 100 тысяч в 1 мл, ЛДГ крови больше 600, билирубин крови повышенный, тут в миллиграмм процентах дается их норма, и АСТ больше 70 единиц в литре. Вот таковы критерии диагностики. Поэтому, когда я сравнивала наш случай с другими, то, безусловно, наш случай был какой-то особо тяжелый, таких тяжелых. Правда, они описывают кровоизлияние, но, скажем, там бывает кровоизлияние в печени, паренхиму печени, и бывают такие подкапсульные обширные гематомы, и даже случаи смерти именно от разрыва печени, кровотечения из печени в связи с, вот, с этим поражением печени. Значит, вот как часто бывает HELLP-синдром? В общем, вот среди причин острой почечной, вот эта вот статья посвящена изложению причин острой почечной, которые бывают вообще в акушерской практике, а нам предстоит всем это знать, потому что скоро у нас будет родильный дом, и мы будем с этим иметь дело. Значит, этот HELLP-синдром отнюдь находится не на первом месте среди причин острого почечного повреждения, потому что острая почечная недостаточность при HELLP-синдроме бывает далеко не всегда, где-то примерно 30-40% случаев. Итак, он развивается вот в интервале от 20-й там, недели до первых там, двух недель после родов, но считается, что его частота составляет от 2 до 80% от числа всех беременностей. Как правило, в 80% он сочетается с преэклампсией и с эклампсией. И в нашем случае мы тоже должны констатировать, что у этой женщины была эклампсия. В сущности, мы к нам ее привезли с мгновенно развившейся картиной эклампсии. Наверное, те несколько дней, которые они обращали внимание на задержку жидкости, это развивалась эта эклампсия так стремительно. И она HELLP-синдром составляет 4%, от 4 до 12% от случаев тяжелой преэклампсии.
Что-то у меня опять вот это сделалось. А, вот. Так. Значит, механизм вообще патофизиологии HELLP-синдрома в большой степени не изучен. Значит, ну, как считают, что это некий синдром. Синдром, в общем-то, в сущности, по своей симптоматике, это синдром системного воспалительного ответа. Они пишут синдром, подобный систему, подобный синдрому системного воспалительного ответа, то есть он имеет, он течет с высоким лейкоцитозом без наличия конкретных гнойных очагов. И у нашей больной был лейкоцитоз 21 тысяча, мы все время боялись за какой-то где-то скрытый очаг инфекции, но это было течение HELLP-синдрома. Дальше он течет с высоким цирреактивным белком, то есть со всеми компонентами, которые свойственны синдрому системного воспалительного ответа. И что является триггером, почему этот синдром развивается? А рассматривается это как проявление нарушения толерантности между плодом и матерью. Это нечто подобное реакции отторжения и реакции организма матери. Это синдром, который развивается как ответ реакции организма матери на какие-то антигены, которые есть у плода, которые попадают в организм матери, с кровью матери, там в клетки попадают частично клетки плода в кровь матери. В общем, попадает контакт, получается, крови матери с антигенами, отцовскими антигенами, если возникает, и может возникать вот такой иммунологический конфликт. Так его рассматривают. Это главный триггер, который возникает. Причем вот этот самый конфликт иммунный, он начинается рано, в начале беременности. Уже в первом триместре беременности, если определяют определенные маркеры, которые уже повышаются в крови, изменяется уровень определенных маркеров в крови женщины, у которой потом разовьется HELLP-синдром. И постепенно уровень, по мере увеличения срока беременности, содержание этих маркеров, а это в основном идут антиангиогенные факторы, некоторые плацентарные протеины определенные, а их содержание их накапливается в крови матери. И где-то в третьем триместре это достигает, видимо, такого какого-то чего-то, что развивается, возникает развернутая картина вот этого самого синдрома. Так. Вот это, собственно говоря, механизм его, такой схематический механизм. Итак, по времени течения беременности, вследствие вот этого иммунной такой несовместимости между плодом и матерью, в крови матери, в плаценте сначала идет, собственно говоря, первое, что повреждается вообще вследствие этого иммунного конфликта, жертвой является трофобласт. Возникает патология трофобласта. По мере того, как это идет беременность, патология это нарастает. Ее показаны морфологические изменения, какие возникают в этом трофобласте. И дальше накапливаются определенные сдвиги, вырабатываются определенные цитокины и факторы роста, которые постепенно попадают в кровь. И вот это важные, вот эти антиагиогенные факторы, вот они тут перечислены, определенные провоспалительные цитокины, эндоглин. Вот этот вот фактор, это один из ферментов тирозинкиназы, которые вот накапливаются в крови. И следствием, когда их накапливается много, когда они попадают в кровь матери в большом количестве, то возникает вот такая реакция, идет колоссальная активация эндотелия. Активированный эндотелий, с этим сопряжена одновременно активация лейкоцитов в крови и тромбоцитов в крови. Активация эндотелия сопровождается при выбросе цитокинов, сопровождается тяжелым воспалительной реакцией в стороне крови. Активируется гиперкоагуляция и активируется система комплимента. Какая там, наверное, она вся система комплимента активируется. Значит, активация лейкоцитов и тромбоцитов, активация эндотелия сопровождается тем, что происходит повышенная выработка мультимеров факторов фон Виллибранта. Таким образом, это очень важный компонент той гиперкоагуляции, которая вообще возникает в связи с этим повреждением, страданием эндотелия.
И таким образом вот, это, вот эти вот все сдвиги, повреждение эндотелия, гиперкоагуляция, активация комплимента, выработка повышенных факторов мультимера, выработка повышенных факторов некроза опухоли альфа приводит к тому, что возникает то, что называют тромботической микроангиопатией, о которой сегодня подробно говорила Людмила Юрьевна. Тромботическая микроангиопатия, она оказывается в центре вот этих тех органных повреждений, с которыми мы уже сталкиваемся в организме матери. Собственно говоря, тромботическая микроангиопатия влечет за собой гемолитическую микроангиопатическую анемию. Но она течет, в отличие, вот, скажем, от ГУСа, о котором говорила Людмила Юрьевна, с тяжелым поражением, повреждением печени. Вот HELLP-синдром тем отличается, потому что печень страдает от того, что там вот, в связи с этими всеми реакциями вырабатываются специальные факторы, которые обладают специальным гепатотоксическим эффектом. Это вот, собственно, фаслигант, это эндоглин и ТНФ-альфа частично. Таким образом, получается, что эти факторы, они вызывают, во-первых, апоптоз гепатоцитов, во-вторых, они вызывают некроз гепатоцитов. Кроме того, повреждение печени усугубляется вследствие тромботической микроангиопатии, потому что тромботическая микроангиопатия, вот тут я вам просто перечисляю то, что говорила Людмила Юрьевна, в сущности, тромботическая микроангиопатия – это клинико-морфологический синдром, и не более того. И он может возникать при самых разных болезнях. Да, он возникает при атипичном ГУСе. Да, он возникает при болезни Машковица, тромботической тромбоцитопенической пурпуре. При классическом, при диарее, сопряженном с диареем ГУСом, да. Но он возникает еще при большом-большом количестве других ситуаций. И в частности, он возникает, этот синдром, при HELLP-синдроме, если так можно сказать. И что это такое? Значит, то, что говорила Людмила Юрьевна, я просто повторю. Итак, это тяжелейшее повреждение эндотелия, которое показано на этих картинках. Это отек эндотелия со слойкой от базальной мембраны, с расширением субэндотелиального пространства, с отложением в нем детрита клеток и фибриногена. Одновременно с этим происходит, возникают тромбозы в органах. Я думаю, что в нашей больной в почках это тоже происходило. И в печени это происходит, сейчас об этом чуть скажу. И, собственно говоря, тромбозы, такое повреждение эндотелия и нарушение кровообращения в органах ведут, конечно, к ишемическим повреждениям. Здесь это показано на картинке ишемического повреждения почки, потому что картинку с печенью я, честно говоря, нигде не нашла, как не искала. Поэтому, значит, тромбозы микрососудов, то есть капилляров, ишемия паренхины органа с нарушением его функции – это то, что сопровождает обязательно тромботическую микроангиопатию. Значит, тромбоцитопения является следствием чего? Поглощение тромбоцитов, попадение их в тромбы. Вот тромбообразование приводит именно к развитию тромбоцитопении. Дальше. Продвижение крови через такой воспаленный, поврежденный эндотелий с тромбами вызывает повреждение эритроцитов, и поэтому получается не иммунологическая, а просто гемолитическая микроангиопатическая анемия. Это так. Но при HELLP-синдроме страдают в основном эпителии капилляров, то есть это синусы. Синусы, синусоиды в HELLP-синдроме страдают в основном, и там страдает кровообращение. В результате там видны тромбоцитарно-фибриновые тромбы именно в этих микрососудах печени, и они, собственно, приводят к тому, что для HELLP-синдрома характерно снижение портального кровотока и образование некроза. Некроза находится, перипортальные некрозы, и некрозы находятся, они в связи, в большой степени в связи с этими тромбозами, конечно, возникают, но, кроме того, я вам сказала, и вследствие прямого гепатотоксического повреждения тоже перипортальные. Таким образом, вот это такое течение. Но дальше, вот я сказала про активацию комплимента, и не могу про это не сказать, потому что мы сейчас этим как-то занимаемся, который имеет значение для формирования ТМА, и, наверное, тоже имеет. По этому поводу есть специальные работы. Значит, вот здесь нарисованы все три пути активации комплимента. Я думаю, что при HELLP-синдроме активация идет разными путями, и вовсе не обязательно только альтернативным путем комплимента. Но в центре, каким бы путем активация ни шла, в центре этого каскада находится вот этот С3, который, собственно говоря, о котором говорила Людмила Юрьевна, который и повреждает
который садится, вернее, в поврежденный сосудистый эндотель и потом довершает это свое дело при отсутствии нормальной регуляции. Вот, собственно говоря, когда С3 садится на поврежденный, чем-то поврежденный эндотель, а у нас он активированный там под теми факторами, о которых я говорила, антиогенными, то возникает, он запускает каскад реакций. И если вот здесь не будет регуляции, вовремя не остановить, то возникает мембраноатакующий комплекс и повреждение тяжелейшей эндотелиса в тромбообразованием. Чтобы его остановить, нужны вот эти факторы. Вот фактор H, вот фактор MCP, которые взаимодействуют с этим фактором I и образуют вот такую заслон, преграду. И они инактивируют этот B и таким образом спасают эндотелий. Вот как будто бы есть такие исследования, у некоторых больных с Хелл-синдромом обнаруживали мутации вот этих некоторых факторов, во всяком случае фактор MCP точно, и поэтому предполагается, что, может быть, у этих больных есть какая-то дисрегуляция комплемента. Еще один фактор тромбоза у них, 30% больных с Хелл-синдромом имеют антифосфолипидный синдром, признаки. Поэтому он сочетается с антифосфолипидными антителами. Еще одна причина вот таких тромбозов у этих больных. Ну, опять... Чего он у меня не перелетает? Нет, не идет дальше. А вот, наконец, так. Так, таким образом, значит, мы ставим ей диагноз, вот тот, который я вам сказала, и обращаем внимание на то, что тромботическая микроангиопатия. Вот скажу вам откровенно, что когда все это произошло, и когда мы сидели в реанимации, и когда ушли последние консультанты, нейрохирург был предпоследним. Последние были гематологи, которые сказали, может быть, перелить тромбомассу. Я робко сказала, не надо, но они сказали, может быть, там, ну так, там были несколько гематологов самого разного там уровня. Значит, и тогда я просто поняла, Марьяне Анатольевне сказала, что нам нужна плазма, потому что если я знала то, что я знала точно, что Хелп-синдром – это ТМА, а если ТМА, тромботическая, значит, нужна плазма, причем нужен плазмообмен в большом количестве. И мы, значит, решили, что поскольку больная все-таки нам казалась совершенно безнадежной, но мы должны делать все как положено и лечить ее до последнего, что называется, то мы и начали буквально через пару часов после поступления к нам, мы начали ей плазмообмен. И таким образом мы начали плазмообмен, и на наше удивление к третьим суткам мы наметили какое-то улучшение в неврологической симптоматике. И вот итак, тут вот картинка ее, вот то, с чем она лежала, гемоглобин у нее где-то вот в районе 66, тромбоциты в районе 70 тысяч, вот вы видите, креатинин тут в районе 400, ЛДГ выше 4 тысяч, ферменты печеночные выше 1000. И был, значит, почти, вот я говорю, через 3 часа после поступления, 4, был, значит, ей плазмообмен, и процедуры плазмообмена проводились в течение первых двух недель практически ежедневно, потом с перерывами всего 17 процедур плазмообмена делали. Одновременно мы начали ей постоянную низкопоточную гемофильтрацию, поэтому сказать, до какой степени была нарушена функция почки, невозможно. Она была все время на этом аппарате, и одновременно проводился ИВЛ. И вот мы видим, что в течение примерно первой недели как-то состояние ее немножко стабилизируется. У нее оставалась большая анемия, оставался высокий лейкоцитоз, тромбоцитопения сохранялась, но билирубин, вот у нее, как видите, вот со 7-8 дней у нее снизился билирубин быстро до нормы, и вообще печень, все, что касалось вот нарушений, связанных с печенью, примерно в течение 10 дней восстановился. Это соответствует течению Хелп-синдрома. Вообще обычно первая помощь, как пишут акушеры, это вы при Хелп-синдроме родоразрешение, но поскольку тут уже это все произошло, и обычно самое позднее, к 10-11 дню, он полностью регрессирует по литературным тем описаниям, которые я видела. В нашем случае действительно вот изменения со стороны печени очень быстро пришли к показателям почти нормальным, но ЛДГ оставался довольно долго у нас повышенной, и довольно долго сохранялась, в общем-то, какая-то почечная недостаточность, не говоря уже о том, что она медленно и постепенно выходила из комы. И, в общем, к
четвертым суткам мы заметили, что появилась реакция зрачков на свет, потом мы постепенно стали видеть повышение, улучшение уровня сознания, и тут уже приехал нейрохирург и сказал, что в связи с положительной динамикой лечение его больной это не показано. И вот тут, собственно говоря, полная динамика течения этой больной, и так что мы видим, что вот на фоне этого лечения, значит, в 2 недели продолжался каждодневный плазмообмен, продолжалась искусственная вентиляция легких сначала в режиме принудительном, потом в вспомогательном режиме, продолжалась 12 дней вот непрерывная низкопоточная гемофильтрация, с очень почти практически не было перерывов. Ну, соответственно, поэтому, естественно, в это время эта пациентка получала, разумеется, гепарин, понятно, да? Это она получала гепаринизацию, которая действительно предлагается для лечения HELLP-синдрома. Антикоагуляция обязательно. Дальше. Мы обязательно вводили ей метипред. Метипред ей вообще при HELLP-синдроме терапии – это кортикостероиды, плазмаферезы, антикоагуляция. Значит, так то, что рекомендуется. Так вот, она получала метипред, мы вводили сначала там по 250 перед плазмой, после плазмы вводили, а потом чуть поменьше дозы, но она вводила, она получала 2 недели непрерывные эти стероиды. Надо сказать, что вот тромбоцитопения у нее оставалась довольно долго. Вот так не описывают в литературе, все-таки они уже к 7-8 дню видят восстановление тромбоцитов. У нас, вы видите, довольно долго была тромбоцитопения, и малейшая попытка, вот тут мы сделали интервал, увеличили между, через день стали делать плазмообмен, и они немедленно у нас вот со 144 съехали, упали до 85, потом вот оставались такими, и только потом мы продолжили опять интенсивный плазмообмен, они восстановились, и только к полутора месяцам восстановилось у нее все. У нее к месяцу, полутора месяцам восстановилась окончательно функция почки, восстановился полностью уровень креатинина, а у нее только к полутора месяцам фактически снизился и стал нормальным уровень ЛДГ, поэтому я думаю, что здесь ТМА поражала, она поразила не только печень, но это были и почки, и, наверное, головной мозг. И что самое главное, что больная полностью пришла в сознание, мы перевели на реабилитацию в неврологию, больная полностью восстановила не только сознание, но она восстановила все движения. У нее остался правосторонний гемипарез, но такой, что она, в общем, ходит. И потом, чтобы восстановилась речь, немножко дизартрично она училась с логопедом, но восстановилась, больная ушла домой на своих ногах, и, в общем, почти там на 80% восстановившаяся. Вот, собственно говоря, вот это такой случай, который меня лично, не знаю, как опять, меня лично, куда надо показывать, чтобы это перелистнулось? Следующий слайд сделайте. Меня лично научил тому, что когда к вам поступает даже совершенно безнадежный больной, и вам кажется, что он совершенно просто обречен абсолютно, вы должны начинать энергично его лечить, не думая о том, как о вашем этом прогнозе. Лечить его энергично, делать все как положено, и вы не имеете права своим сознанием обрекать этого человека, когда на самом деле неизвестно, мы не можем проникнуть во всю глубину человеческого организма. И, конечно, это очень тяжелый HELLP-синдром, очень тяжелое течение. Я думаю, что он тяжел не только тем, что тут был геморрагический инсульт, но еще и тяжел он тем, что тут было поражение еще и, наверное, и почек, и, в общем, других органов. Головной мозг был поражен, это была ТМА головного мозга и ТМА почек тоже. И, собственно, иначе бы так не регрессировало, не помогли бы так плазмообмены, вот в сочетании с антикоагулянтами, подчеркиваю, и с кортикостероидами. Так, и, в общем, мы убедились лишний раз в том, что такая комбинация очень эффективно помогает. Хотя, честно вам скажу, было время, я ходила к Олегу Николаевичу и говорила, что, наверное, нам надо эколизумаб. Вот сейчас я бы так уверенно не говорила. Почему? Потому что я совсем не уверена, что тут дело именно в активации альтернативного пути комплимента. Но активация комплимента, да. Все, спасибо за внимание. Спасибо.
Спасибо, Наталья Аркадьевна. Я не думаю, что здесь могут быть вопросы, особенно после таких слов, что даже самый безнадежный пациент нуждается в нашей помощи. Потому что лично я, когда видел эту тоже пациентку, она не производила впечатление, что надежда на то, что нам удастся что-то ей помочь. Но это была молодая женщина, очень любящая родителей, которые очень надеялись, что ей помогут. Ну, и вот трое детей. Да. Трое детей. Да, вон и Михаил поэтому... Леонидович. Хочет. Спасибо. Олег Николаевич, Михаил да. Леонидович, вам. Да, Михаил Леонидович. Громче говорить, а то половину не слышу. Половину это легко, мягко сказано. Все не слышу. Громче, ради бога, я не слышу. Там он не работает. Ага, Наталья Аркадьевна, извините. Судя по тому, что вы сказали, исходя из изложенного вами патогенеза, как, где фактически важное значение имеет тромбообразование, и логично было бы ожидать ишемический инсульт. А в данном случае мы имели дело с геморрагическим. Вот как бы это вы могли объяснить? А вот я думаю, что это была эклампсия, была гипертония, А вот геморрагический инсульт, вот я вам скажу, если сказать откровенно, до конца я не понимаю. Потому что когда я этот случай рассказала, забыла фамилию этого профессора Антона Михайловича Шоу, который нам читал лекцию по антифосфолипидному синдрому в марте на День почки. Вот Леви, по-моему, его фамилия, из Бразилии. Он крупнейший специалист в области антифосфолипидного синдрома. Так вот, он сказал, это точно антифосфолипидный синдром? А вы смотрели антифосфолипидные антитела? Я говорю, конечно, нет. Мы сразу начали плазмообмен, и когда мы могли их посмотреть, это уже было 4-5 дней плазмообмена. Она в пятницу поступила. Вот, потому что, наверное, я думаю, по типу, как бывает геморрагический, бывает геморрагический, вот, вот в легком кровохаркане бывает тромбоза легких и кровохаркани. Вот мне кажется, что здесь вот такой механизм, что, может быть, там могли быть, мог быть тромбоз и кровоизлияние. На фоне гипертонии. Давление было 200. Классического варианта АФС, я тоже когда-то этим занимался, характерно как раз тоже ишемический инсульт, так называемый синдром Снеддена. Поэтому геморрагический для АФС тоже не слишком характерная штука. Единственное, вот я просто для себя подумал, а может быть у нее была какая-то там аневризма? Может быть, может быть. Ну, то есть, ну это, конечно, уже спекулятивно очень. Да. Вот вполне, потому что не очень понятно, почему именно геморрагически, да. Я тоже не очень понимаю. Спасибо, Наталья Аркадьевна. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом наша секция заканчивается. У нас осталось очень мало обеденного времени. Все, обед, да. В зале, в ресторане «Олимпик».